такси. Мы сейчас уже на ноги работаем. Сейчас выехали. Вот уже едем в такси. На улице. Даже ну, он как бы самый адекватный, но он вот такой вот. Вот. Да, сейчас вот. Он почти по Жанне меня подставлял. Вот, и сейчас он... Ну, он Жанну меня подставлял, типа, говорю, что... Ну, пойдем с нами. Вот. Летим мы на Майорку. Да, его не было у Жанны, я говорю, а этот у меня и по Жанне даже. Вот, ну когда нет, это вот это предлагает. То есть 4 часа. Тут бы заочковало. Прилетим. Ну, другой, Андрей, я не могла. Прилетим 7:30. Буду снимать, как могу улететь, все такое. Без памяти. Ну вот хрен его знает, пока сюда. А мы симку взяли. А, да, это Макбук. Симку мы взяли. Ну, он не взял, он знает, что мы взяли. Карту памяти не взяли, то что он мне будет. Если меня это снимает, то... Ну, короче, Серега поговорит. Мне здесь очень много места, поэтому... Урбум. Можно много. Можно много снимать. Ну, я думаю, не надо. Ну, сейчас ставим светофор, сейчас он будет. Зеленый свет, мы так. Ну, просто если мне аккуратно надо, а что там... Сейчас. Они узнали, сколько это было, что это было? Сейчас. Вот это было главное. Ну, там времени 10. Время 10 часов. Вы даже не предлагали за 33 минуты. Мы сейчас уже едем. Вот, он зеленый свет пошел. Когда загорелся, мы уже поворачиваем на железной дороге. Сейчас темно, потому что, ну, вы понимаете, что уже поздно, ночь как бы, ну, вечер. Вот мы... Если что-нибудь такое повторится, они должны были... У меня еще чипсы такое. Мы еще взяли чипсы в упаковку. Сейчас поголодаемся там в самолете, в аэропорте. Вот. Это чисто человеческое внутреннее, вот. Честно. Это даже, мне кажется, ну, без подвоха, без всего, это просто внутреннее. Ну и сейчас вот. Едем. Вот он, мандарин. Теперь мы едем. Ну, мне кажется, они не понимают, что мы летим на майор. Относится как правило. Говорит, мама говорит, что там маленький бассейн, и там крутое море. Там теплое, крутое, большое. А бассейн там маленький. Вот. Как бы... берут, а вот я поставлю зарядку на режим полета. Вот, и теперь на меня не разрешили. Не разрешают. Вот. Давайте. Я буду сейчас снимать видео, где играю в FlexSwap эксплуатать онлайн. Давайте. Увидимся в игре. Надо было прям срочно попасть.